Всем привет! С вами я, Дмитрий Фреско. Вы смотрите кулинарную пропаганду. Как-то же вам рассказывал про пищевые привычки испанцев. Они с утра просыпаются, выпивают стакан воды или стакан молока и идут на работу. А часиком к 10 выдвигаются в ближайшую кафешку на завтрак. Обычно представляют себе чашку кофе и какой-нибудь бутер. Бокаде или тостада. Бокаде это закрытые, а тостада открытые, собранные на поджаренном кусочке хлеба. Так вот, стандартный набор на таком бутере представляет из себя твердый сыр типа манчего, оливковое масло холодного отжима, хамон сыровяленый и протертые томаты. Не обязательно весь этот набор будет сразу в одном бутере. Естественно, этот набирается что-то, допустим, сыр и ветчина, или там сыр и масло, или помидоры и хамон. Как-то так. Иногда, реже значительно, могут предложить куриную грудку. Кафешек много. И вот этот поход к 10 часам – это практически повсеместный такой стандарт. Соответственно, повара борются за посетителей. Они придумывают какие-то свои фишки, какие-то свои бутерброды, чтобы заманить побольше народа. Я сегодня собираюсь вам показать один подсмотренный рецепт. Он будет состоять из двух частей – подготовительной и основной. Итак, для первой части нам понадобится свинина, плечо, лопатка или шейка, как у меня, грудинка бескостная, соль, белое сухое вино. Для второй части – базилик, моцарелла, чеснок, томаты черри и багеты. Начинаем этап первый. Отправляемся в прошлое. Мясо охладить до минус 1, до минус 2 градусов. С грудинки снять шкуру. Мясо нарезать для мясорубки. И измельчить на крупной решетке. У меня миллиметров 8, по-моему. Добавить соль. Перемешать. Добавить пряности. Добавить вина. И набить череву. Это натуральная свиная калибром 30-36 мм. Замачивал в прохладной воде на часа 2 уже. И повесить завяливаться в климат-камеру. Как я ее сделал из старого холодильника, снимал в отдельном ролике. Вот щелкните, посмотрите, кружочек в левом верхнем углу, если интересно. Это колбаса чоризо фреско, то есть чоризо свежая. Я вам больше того скажу, если заменить поваренную соль в этом рецепте на нитритную, то ее можно вялить, даже в обычном холодильнике. Конечно, будет не так хорошо, как в нормальной камере, но тоже все отлично получится. Главное, чтобы она там висела, обдуваемая со всех сторон воздухом, ну, чтобы не приклеилась ни к чему, и чтобы в холодильнике не было черной плесени. Зеленое, белое, ну, плевать забыть, даже лучше будет. Так, теперь вторая половина первого этапа. Помидоры черри выложить на тарелочку. Вооружиться правильным ножом. А? Каков размерчик. Сделать одно движение. Переложить черри на противень. Посолить. Отправить в духовку. Нагрев 90, конвекция включена. Дверца приоткрыта. В зависимости от духовки и размера помидоров, да и реальной температуры в духовке, через 2-4 часа они завялятся. Тогда их нужно будет вынуть, сложить в баночку, добавить чеснока, добавить сухого базилика, залить холодным или горячим, если вы надолго собираетесь хранить, оливковым маслом холодного отжима, то есть экстра вирджин, и отправить в холодильник. В результате получить вот такую штуку. Чтобы зря не тратить электричество в духовке, помидорами загружать лучше сразу все полки. Они очень сильно увяливаются, становятся меньше, объем уменьшается, а съедаются очень быстро, как семечки. Так вот, такие завяленные помидоры можно хранить в холодильнике. А если зальете горячим маслом, то и без холодильника, при комнатной температуре. И вот теперь приступаем, собственно, к бутерам. Чоризо отправляем на сковородку, а можно, кстати, в духовке запекать. Чеснок режем. Отправляем в измельчитель. Сюда же базилик, сюда же несколько завяленных помидорок и сюда же масло, настоянного на этих помидорках. Чуть-чуть соли и немного пожужжать. Соус готов. Отлично. Про колбасу не забыли? Снаружи подрумянилось, надо нарезать. А теперь внутри подрумяним.
багеты нарезать, соуса побольше, чоризо сюда поджаренное, ой, какая. Вяленые томаты сюда же и моцарелла. И в духовку, чтобы сыр поплавился. Это быстро, далеко не уходите от печи. И вот он, готовые бутеры. Если колбаса с помидорами в заначке, то вот такая бокадилья готовится буквально за 5-6 минут. Чоризо, как вы знаете, это очень пряная колбаса, очень яркая. Она скорее как приправа, в первую очередь, наверное, используется, а вторую уже как закуска, как мясо. Здесь еще очень чесночно-базиликовый соус, очень яркий. Помидорки такую кислинку придают, потому что помидоры, они вяленые, у них вкус сконцентрирован. Очень концентрированный вкус, поэтому это очень классно. И моцарелла все дело сглаживает, еще и корочка хрустит. Завтрак, на мой взгляд, 10-часовой, второй завтрак, просто отличный. Если вы очень любите чоризо, то готовьте ее сразу много и готовьте с нитритной солью, для того, чтобы она вялилась. Допустим, завалили в холодильник сразу килограммов 6, и какую-то часть в свежем виде употребляете, остальная вялится, вялится, вялится. И тогда есть вероятность, что к тому времени, когда оно уже нормально завялится, у вас хотя бы кусочек еще останется. Самый важный ингредиент чоризо – это паприка. Яркая паприка. Здесь в Испании для чоризо выращивают только в одном месте. Она называется Делавера. Это паприка. Ее можно купить либо здесь, либо в интернете. В том же самом Емколбаске, к примеру. Вот. По поводу диаметра черевы, можно брать, в принципе, и тонкую череву, там 22-26 мм, но 32-36 или даже 40 она получше для вяленой. Потому что, когда вы вялите, она уменьшается в размерах, усыхает, чтобы было что пожевать, и вкус набирает. Вот такой вам кусочек Испании в ленту. Ладно, доедать буду за кадром. Да, и чтобы не тратить на нарезку чели сутки, вспомните, что размер имеет значение. И заранее приобретите большой острый мови хай-карбон. По промокоду Фреско вас ждут очень приятные скидки. Пользуйтесь. Спасибо за компанию. Всем пока. Красота.